Друзья, всем привет! Меня зовут Запорожкана, и вы попали в мой кулинарный плейлист. Сегодня мы с дочерью будем готовить пирог творожно-клубничный с добавлением какао. Будем готовить в мультиварке. Рецепт несложный, но записать все-таки придется. Нам понадобится 200 грамм масла, 400 грамм клубники. Я буду использовать замороженную, а свежую для украшения. Хочу сделать акцент, что этот пирог, он всесезонный, и поэтому буду использовать замороженную клубнику. 3 яйца, у меня это домашние яйца. Сахар, у меня сыр Простоквашино, у меня его любят очень дети, и так как у меня будет кушать маленький ребенок, год и 9, то я выбрала именно этот сыр. Он идет 5%. Кстати, девочки, идеи вкусных рецептов можно посмотреть на Простоквашино.ua. Я уже смотрела, очень прикольные есть идеи. Дальше у меня ванильный сахар и разрыхлитель теста. Какао. Какао где-то 3 столовые ложки, но если вы сильно не любите, то можно 2 столовые ложки на любителя. Ну и, конечно же, мука. Муки мне понадобится 300 грамм. Ну что, приступаем? Нам надо смешать 300 грамм муки, 100 грамм сахара, разрыхлителя 1 чайная ложка, 3 столовые ложки какао, добавляем холодное масло сливочное 200 грамм и все это мы прорубим в крошку. Муку можно просеять через сито, но я, в принципе, редко это делаю. Когда мы муку просеиваем через сито, тогда мука набирается кислорода, воздуха, и тесто более пышное. Очень часто действую не по рецепту, а на глаз. То есть иногда бывает чуть больше, чуть меньше. От этого, конечно, может изменяться результат, но обычно всегда получается вкусно. Вот его стоило бы через сито. Да? Угу. Ну, видите, Ника, по-моему, знает лучше, чем я. Ну, попробуем так, уже поздно. Разве что все через сито просеивать. Ну да. Внеси с холодильника масло. А ты можешь пока это все помешать? Дочка сказала, значит, буду мешать. Для начинки нам понадобится 100 грамм сахара, ванильный сахар, творог, упаковка 300 грамм и 3 яйца. Сейчас мы все это взбиваем в блендере. Мультиварка у меня Moulinex Cook to Me. Я захожу в, сейчас вам покажу, в рецепты, в десерт и после ищу бисквит. В мультиварку я положила кусочек сливочного масла и его растираю по дну мультиварки и обязательно по краям. Теперь мы выкладываем 1/3 нашей крошки, которая у нас получилась вот такая вот. После крошки теста мы половинку нашей творожной массы выливаем в мультиварку и равномерно распределяем. Следом за творожной массой у нас в мультиварку уходит клубника. У нас она замороженная и она чуть-чуть начала таять, пустила сок. Очень выглядит вкусненько. Напополам я ее не режу, мне как раз то нравится, когда большие кусочки попадаются ягоды. Следующий этап, мы насыпаем опять крошку, половинку от того, что у нас осталось. То есть мы крошкой засыпаем клубнику и творожную массу. После крошки мы опять же используем нашу творожную массу и выливаем ее уже до конца. Выливаем так, чтобы распределить по всей мультиварке, чтобы она легла ровным-ровным слоем. Ложечкой поправляем. Остаток клубники
мы кладем слоем на творожную массу. Я ради эксперимента покладу несколько свежих больших клубничек. Посмотрим. Это будет как сюрприз, как бонус для моих любимых, для моей семейки. Вот так вот это выглядит. Мы закрываем крышку и приступаем к приготовлению. Количество персон 4. Окей. Все. Пирог состоит из нескольких слоев. Первый слой — это крошка, после идет творожная масса, потом клубника, потом опять крошка, опять творожная масса, потом клубника, и последний этап — это опять же крошка. Я думаю, будет очень вкусно. Вот такой вот у нас получился пирог с какао и творожком, ну и, конечно же, клубникой. Ммм, как вкусненько, он пахнет просто потрясающе. Он не сильно поднялся из-за того, что творог, он очень тяжелый. Доминика его очень-очень красиво украсила клубникой и кокосовой стружкой. Ммм, как он пахнет. Сейчас я вам покажу его в разрезе. Смотрите, какой он сочный внутри. Клубничка дала свою, плюс творожок. Очень легкий и простой рецепт пирога. Моя семья очень любит этот рецепт. И я надеюсь, что вы попробуете, и ваша семья его тоже полюбит. Приятного аппетита и до новых видео. Пока-пока!